Даже не фокусируется. Вроде 5. Да, вроде 5. В длину, не считая хвоста, наверное, сантиметра полтора каждый. Не знаю, как они в нее уместились вообще. Кошмар. В общем, все, она нервничает. Пускаю домик на место. Я сказала, она нервничает. Вот она еду кушает. Это я так решила, что она нервничает. Если бы вы видели, сколько она лопала, пока была беременная, особенно вчера, ну, последние сутки перед родами, это просто катастрофа, просто без остановки. Папка пошел на деток смотреть. Хотя ему до лампочки. Он уже новых заделал. Уже сегодня спаривались. Но с тех пор, как она родила, спариваются. Он до сих пор пристает. Но это нормально у грызунов. У них всегда в день родов сразу спаривание. Сразу наступает беременность. И так всю жизнь. Лёсенькая такая. О, понеслись. А там второй пацан. Следующие дети будут от двух пап. В общем, теперь у нас 9 мышей всех вместе. Это если все выживут, конечно. Ну, я что-то не сомневаюсь, что все выживут. Будем, конечно, пристраивать, потому что 9 для этого аквариума много. Я думала, ну 6 максимум, наверное, чтобы у меня было. Остальных буду пристраивать. Вот. Буду держать вас в курсе событий. Снимать, как растут малыши, периодически заглядывать. Так что до новых встреч!